Настоящие тяжелые ялы, трехметровые весла – все это шлюпочная практика для участников лагеря. Раньше такие занятия не проводили. В этом году было решено организовывать практику на реке для детей старших курсов. В рамках смены для юнг проводили инструктажи и занятия, рассказывали об опасностях, которые могут подстерегать их на воде, научили правилам техники безопасности. Начиналось все, конечно, с водного инструктажа под руководством инструкторов. Это все происходило. На судне находятся, кроме ребят, командиры рот, начальники отделов. То есть люди опытные. На старт финального мероприятия практики «Гонки на ялах» вышли две команды – Ерофей Хабаров и Семен Дежнев. В каждом яле 6 ребят и капитан, под руководством которого юнги упорно стремились к победе. Гонка для ребят стала событием захватывающим. Дух соперничества – это безумный адреналин. Это очень сложно описать словами. Гонка показала достойный уровень подготовки юнг. В итоге первыми к финишу пришли ребята, управлявшие ялом Ерофей Хабаров. Шлюпочная практика принесла этим ребятам не только победу, но и умение работать сообща. Тут не главный результат, что кто быстрее, кто. Тут главное, чтобы они научились работать в команде, потому что работа на флоте – это работа в экипаже. Экипаж – это команда, да, это одна семья. Поэтому учитывать интересы другого, смотреть, кто слабже, кто сильнее, и соразмеренно вести себя в этом – это неотъемлемая часть работы в команде. Шлюпочная практика – новшество в работе школы «Юнг». Первый блин не получился комом. Организаторы лагеря приняли решение проводить ее и в дальнейшем. Максим Чупров, Максим Колосов, «Новости провинции».